Итак, у нас сегодня с вами планерка именно Кононовых. Я буду очень рада всех поздравить. Вижу очень много директоров на вебинаре. Директора, напишите, что вы директора. Пусть наши дорогие новички знают об этом. Ага, вот еще один директор. Молодцы, молодцы, что ходите на планерочки. Итак, о чем же мы с вами будем сегодня разговаривать? Во-первых, я хочу всех вас поздравить, потому что мы с вами сделали огромный прорыв. Понятно, что проект в Берлик онлайн не стоит на месте, а все время совершенствуется. Прошу прощения за бардак. Да, все время совершенствуется, и, конечно, это наша с вами командная работа. И все мы понимаем, как сложно новичкам на первом этапе донести все привилегии. И мы, конечно же, новичкам помогаем. И в 11-м каталоге мы с вами впервые решили помочь вместе с директорским составом проектов «Берлик онлайн» нашим новичкам в виде автообзвона. Все ли это знают, все ли знают наше нововведение, что мы помогаем каждому вашему новичку, если ваши директора подали данные. Все знают, да, кому звонили, да, вот сейчас 83 человека, может быть, есть тот, кто звонил? Спасибо, Костя! Звонили, да, дозвонились, отлично, отлично. В Беларуси смс-ки. Ага, хорошо, молодцы, замечательно, да. Катерина Тур у нас директор, и как вы видите, ей тоже пришла смс-ка. То есть мы оповещаем всех до единого, мы оповещаем тех, кто ни разу не делал заказа с момента регистрации, или автоинформером проекта «Берлик онлайн», мужу, да, или, конечно же, в виде смс-сообщения, где цены на автоинформер зашкаливают, там уже идут десятки рублей за один звонок, тогда мы уже высылаем смс-ку. И, конечно же, вместе с вами, нашей дружной командой, мы сделали с вами прирост 11 тысяч баллов. И это, конечно, круто. Итоги 11-го каталога нас впечатлили, потому что они оба зарегистрированы, потому что, Аленочка, оба зарегистрированы, бизнес семейный. Вот из этого и мужу. Вот. И, конечно же, если бы вы не нашли этих новичков, нам было бы некому звонить. И мы это все понимаем, что вся наша работа взаимная, да, вся наша работа зависит от нашего результата вместе с вами. Конечно же, мы с вами подросли на 10 607 баллов. Это круто. Это несколько раз, это 3 раза по 3000 баллов. Это, грубо говоря, будто бы в нашей структуре еще выросло 3 директорских группы. Да? Вот как мы за один летний период с вами подросли. Конечно же, те, кто рос и давал прирост своей структуре, конечно же, и нас вытолкнули вперед. Да? Вот. И вот этот вот, на самом деле, Ирина, круговорот, когда вы зависите от нас, а мы зависим от вас, и это все понимают, это просто замечательно. Это наша с вами дружная работа. И мне хочется сказать вам, что вы огромные молодцы, что пришли именно в нашу компанию, именно в наш проект, потому что мы сейчас будем совершенствоваться, и в конце я вам объявлю новый конкурс только для участников данного вебинара. Будут участвовать все те, кто сегодня был на этом вебинаре. А следующий каталог будут набираться уже другие участники, да? То есть до следующей планерки. Вот, конечно же, это, как бы, как вам сказать, летний невероятный прорыв, и я вас очень хвалю. Я честно скажу, я вами очень горжусь тем, что нам есть кому звонить. Это, конечно же, ваша работа, потому что прирост по новичкам 2231 человек именно в структуру Кононовых за каталог пришел. Понятно, что мы лично с Антоном внесли сюда вклад в виде 45 человек.
Да, то есть у нас было 45 регистраций за 11 каталог, мы точно это все посчитали. И хочется сказать, что остальное – это ваш вклад, понимаете? Остальное – ваш вклад и вклад тех людей, которые уже к нам присоединился. Да, и тут мы должны с вами понимать, что один в поле воин, но очень долго, да, и, конечно же, грубо говоря, он и не воин. Если мы с вами работаем командно, то знаете, что проект Фаберлик Онлайн всегда вас поддержит, пусть это для вас невидимо, пусть это для вас незаметно, но мы постоянно, да, основатели проекта и директорский состав проекта постоянно думают, как вам помочь, чтобы вам было легче. Я думаю, вы это заметили, что мы очень-очень стараемся, да. У нас в этом каталоге с вами одна новая директорская заявка, да, Олечка, ты стараешься, конечно же, вместе с нами, низкий тебе поклон за твои вебинары, за твои видеоролики, за то, как ты помогаешь всем новичкам проекта, неважно, в твоей команде человек или нет. Мы это очень ценим и очень тебе благодарны. Да? Давайте, Оля, выпишем с вами аплодисменты, потому что Оля на самом деле очень много делает для нашего проекта. Еще очень-очень много делает Оленька Дубяга. А также Ольга Тарасевич. У нас прям рейд Оль, которые на самом деле работают во благо проекта. Да? Вот, не только Леночка Потанина, а вот недавно Валентина Щенина в чате активного роста провела просто бомбовый вебинар, который меня вернул к жизни. Валя, низкий тебе поклон за это, потому что на самом деле, когда летом много директоров ревет, много новичков ревет, что мало регистрации, что, как сказать, да, как-то мы сами начали вять, потому что поток жалоб был большой, и Валентина вот меня прям взбодрила, и, конечно же, спасибо, низкий поклон за такой вебинар. Я его два раза пересмотрела, один раз вживую сидела, второй раз в записи пересмотрела, и вы знаете, очень сильный вебинар. Те, кто участники активного роста, вам просто повезло на нем побывать, да. Поэтому стремитесь, идите на второй этап обучения. Конечно, там уже директора, которые входят в состав, да, в совет директоров проекта, там уже ведут. Вот. Сама себе тоже пилюли выписываю. Да, вот. Ну, директора, конечно, да, они умеют сами себе пилюли выписать. Новички, к сожалению, не все умеют, да, таких счастливчиков, которые сами себе. Тоже взбодрила, да, вот прям вообще Валентиночка, низкий поклон тоже. Что хочется еще сказать, процент активности НК, да, то есть по общеструктурной составил 25,05. Это каждый четвертый общеструктурно делает заказ. Результат отличный, но я хочу сказать, что мы с вами можем больше. Мы с вами можем больше. У нас в позапрошлом каталоге был процент активности каждый третий. Да, где-то что-то мы с вами, какие-то акции упускаем, какие-то акции не доносим, и, конечно же, структура разрослась до таких пределов, что, допустим, в структуре 30 тысяч человек, да, в структуре Кононовых примерно там 28-29 тысяч, и, конечно же, сейчас каждый на вебинар не ходит, и ваша задача доносить до каждого своего новичка видео о подарках, об акциях, или звонить им лично, Viber, WhatsApp, Telegram, а что-то делать, потому что ваши баллы – это ваш рост, и вы должны это понимать, да, то, что вы отработали свою структуру, да, и кто-то получил на несколько тысяч больше по итогам периода, это тоже нужно понимать, и не нужно, если вы, к примеру, на 3%, то перекладывать обязанность это на плечи своего директора. Будьте сами ответственны за свою структуру, и тогда у вас все получится. Вот.
Значит, но результат отличный. Результат отличный. Самый лучший у нас с вами результат, это когда каждый второй делал заказ. Это лидер, который работал на земле и до сих пор работает на земле. Это Валентина Уткина. У нее процент активности группы был 53 или 56% у Натальи Уткиной. Ее ЛГ, да, то есть вот вам пример золотого директора нашей команды. Да, которая все успевает, да, и с грудничком со своим поводиться, который недавно родился. И, как вы знаете, даже у самых суперских лидеров, которые работают глаза в глаза с людьми, и то процент активности каждый второй. И вы должны понимать, что у нее из 20 регистраций только 10 человек делают заказ. И это нормальная статистика. Это не то чтобы нормально, это обалденно классная статистика, да, а то, что новички могут каждого четвертого или пятого человека донести привилегии так, чтобы он сделал заказ и начал работать, это просто супер, да? Вы сейчас должны понимать, да? Это просто супер, это для нас как бы как награда, если у нас такие новички-профессионалы, если будут заказ делать каждый четвертый и пятый. У кого есть такая статистика, хвалите себя, гордитесь своим результатом, потому что это на самом деле крутая статистика, но мы можем лучше. И я уверена с вами, что мы можем лучше. Итак, давайте же с вами поздравим новоиспеченных звезд с открытыми новыми уровнями, да, наших топ-лидеров. Это, конечно же, сестра Антона, Ирина Менчикова. Да, мы с ней очень часто видимся. Как раз фотография Ириночки сделана на, как даже сказать, на вечере по Кировской области, да, вы помните, да, Ириночка у нас ведет вебинары, она очень-очень хорошо ведет свою команду, она каждого поздравляет, каждому отвечает на вопросы, каждому звонит, с каждым знакомится. Ирина – это тот человек, который уже наравне с директорами делает сайты своим новичкам. Вы не представляете, как это круто. Ирина также рассылает письма уже давным-давно всем. Да, Ирина – это человек, который знает в идеале весь маркетинг-план компании, и это спикер нашего проекта именно по маркетинг-плану компании. Хотя она всего лишь на 15%. Как-то раз мы собрались с нашей дружной семьей. Ириш, напомни, какой был праздник. Да, я уже забыла, потому что мы часто собираемся, и мы с Ириной просто сели на Новый год, да, и мы с Ириной в Новый год мы не работали, мы изучали с ней маркетинг-план прямо вдвоем за столом, прямо на клочке бумажки, вот, и Ирина поняла, и буквально через пару недель она начала проводить вебинары по маркетинг-плану. Да, вот такая вот у нас с вами Ириночка, и я горжусь, что в нашей команде есть такие лидеры. Я очень Ириной горжусь, потому что Ирина, у нас ей чуть-чуть не хватило до 19%. Я говорю, Ириночка, Ирин, 100 баллов, да, по-моему? И я сказала, Ириночка, не переживай, лучше по одному званию в каталог, чем два, а потом два каталога, ни одного звания, да? Вот, 130 баллов не хватило, да? Поэтому Ириночку ждем на 19%. И, конечно же, к началу рекрутингового сезона на 23% ждем Ириночку. Да, Ириночка, поздравляю тебя, дорогая, с днем рождения. У тебя сегодня прям, я тебя прям с утра самого, или ночью я тебя, по-моему, поздравила, да, вот. А такая у нас классная Ирина, и на самом деле прям гордость распирает, что в нашей структуре, в нашей личной группе есть такие крутышки. Да, в час ночи я поздравила, ага. Вот, не спала. Итак, конечно же, старший директор Марина Банман. Мариночка тоже у нас растет хорошо, растет такими средними шагами, хорошо очень продвигается. Ее девиз медленно, но верно, и это очень-очень хорошо. Да, они идут
по-моему, наравне с Иришкой Менчиковой. Скорее всего, вот я точно не могу сказать, но Мариночка, наверное, работает, поэтому мало общается со структурой, но со своей структурой она работает и общается очень хорошо, очень здорово. Мы с Мариной не общались, честно скажу, ни разу. Марина очень самостоятельная девушка, очень самостоятельная девушка. Анна тоже крутышка. Ну и, конечно же, Светлана Спасина, наш новый человек, который вошел в лидерский состав, в топ-лидеры, в директора, в 23%, которая зашла в совет директоров, которая еще только увидела, что делают директора, как они участвуют в судьбе проекта, какие они... Да, Мариночка, вот я вижу, ты на вебинаре, огромная умница. Ты скажи, ты работаешь, да, потому что мы с тобой не общались. Вот, ни разу не общались. Вот вы представляете, как разросся проект, что я ни разу не общалась с нашим топ-лидером, а топ-лидер растет и развивается. Да, работаешь, да? Ага. Нет, я имела в виду по найму. Вот, представляете, как разросся наш проект. Со Светланой Спасиной мы тоже знакомы поверхностно, и это, конечно, очень приятно, что я уже... Не с каждым директором даже созваниваюсь. Вот до какой степени наш проект уже разросся. Да, то есть Светлана недавно только, да, по итогам прошлого периода вступила в директорский состав. И что мне хочется сказать, да, то есть она получила инструкции, как делать сайты своим новичкам и так далее, да, то есть мы ее добавили в чат для рассылки писем по базе, теперь она сама оповещает свою структуру, так как она уже не личная группа, да, своего директора. Вот, Света наша соседка по областям, мы Кировская область, Света с Перми, да, то есть это рядом. А по найму нет, на дядю уже молодец, Марина. Вот это я хотела спросить тебя прям, да, молодец, да. То есть, Светочка, поздравляем тебя с новым званием. Я знаю, что ты сейчас на вебинаре, я видела, что ты здоровалась. Да, очень приятно, что ты сейчас находишься в директорском совете. Поскорее к нам вливайся, да, поскорее проведи нам свою историю успеха, как ты это сделала, как ты этого добилась. А, конечно же, Банман Марину мы ждем, конечно же, в тоже директорском составе и тоже ждем историю успеха. Да, ждем историю успеха, чтобы вы ее закрепили на своем канале YouTube и уже начали развивать свой личный бренд со своими личными результатами. Да, чтобы ваша команда знала, кто вы, что вы, да, чтобы ваша команда понимала, вот, что она сотрудничает с серьезными людьми на серьезном проекте. Конечно же, обязательно проводите историю успеха, а мы будем вас поздравлять. Будем вас поздравлять. Конечно же, дорогие коллеги, это огромная радость, что в летний период люди растут, да, люди растут, не ревут, не ноют, а просто делают свое дело. Вы представляете, что будет с этими людьми, которые в самый сложный период растут осенью, когда начнется сезон? Вы представляете? Я просто не знаю, я жду всех в драгоценный состав как минимум. Всех жду в драгоценный состав и, конечно же, очень-очень надеюсь и жду на следующей поездке драгоценной, в какую страну мира мы узнаем на ассамблее. Да, поэтому тот, кто растет летом, тому дважды низкий поклон, дорогие девчонки. Вот, и, конечно же, у нас с вами есть закрытая квалификация директора, которые собрали свои бонусы. Это Светлана Кливачева, ее поздравляли уже на, как сказать-то, на региональной конференции, да, то есть поздравляли на региональном вебинаре. Это Верхневожский район. Со Светой мы виделись в Нижнем Новгороде, когда мы туда приезжали, да, у нас с ней есть совместные фотографии. Вот, и, конечно же, очень приятно поздравлять Светочку с премией в 55 тысяч рублей. Конечно же, эти 55 тысяч – это помимо выплат ежекаталожных. Ну, я думаю, Света найдет, куда
куда их потратить. Далее у нас с вами идет Таисия и Арсений Григорьевы. Это Беларусь, тоже квалификационный бонус в размере 55 тысяч. Тая и Арсений едут с нами на нашу мини-ассамблею, да, если она будет мини, потому что места еще есть, но прям каждый день находится новый участник, а то и два, а то и три в день, да, и вы понимаете, что у нас набирается огромное количество человек, я думаю, что год уже точно более 50. Вот, вчера мы разрабатывали конкурсы, поздравления для вас, дорогие участники, хочется сказать, что тот, кто там побывает вместе с нами, вы не пожалеете, поэтому записывайтесь, пока есть места. Вот. Далее, значит, старший директор Таисия и Арсений Григорьевы – это директора, которые ведут свою структуру полностью по своему обучению, полностью самостоятельно. Вот. И поэтому, конечно, низкий поклон нашим растущим. И, конечно же, голос нашего проекта – это Леночка Потанина, это старший директор, это Кыргызстан, город Бишкек. Это телеведущая, да, в прошлом, по-моему, уже и сейчас она ведет вебинары. Леночка Потанина – это на самом деле голос нашего проекта, наши рекрутинговые ролики, которые находятся в шаблонах сообщений Кононовых, которые вы скачиваете, которыми вы пользуетесь, да, это как раз голос Лены Потанины. Автоинформер, который вам звонит, это все делает Лена Потанина. Поэтому Лене Потаниной, конечно же, тоже низкий поклон за участие и, конечно же, за безвозмездное участие, потому что ролики ее уровня на самом деле стоят очень дорого. Вам они всем достаются просто так, бесплатно, потому что Лена у нас с вами девушка, которая не жадничает, которая болеет за судьбу проекта, а не только сама за себя. Да, автоинформер, да, все акции новичка, да, то есть это голос Лены Потаниной, рекрутинговые ролики, да, то есть Лене, конечно, тоже низкий поклон, потому что Лена делает для вас незаметную работу, потому что ваши кандидаты на регистрацию, слушая это видео, даже не знают, кто это сделал, да, и очень многие думают, что мы просто купили профессиональные ролики, да, и сейчас мы ими пользуемся. Нет, это поклон Елене Потаниной. Именно она их делает, именно она вывела наш проект на новый уровень с помощью таких профессиональных роликов. Да, прекрасный голос на самом деле, и прекрасная дикция, прекрасно поставлена речь, и очень приятно ее слушать. Да, то есть это, конечно, да. Благодаря Лене мы с вами вышли на новый уровень. Вот какие звезды, вот какие сокровища на нашем проекте когда-то прятались, но наконец-то мы их нашли, наших сокровищ на нашем проекте. Вот, далее, конечно же, хочется поздравить с подтвержденными званиями и открытыми новыми. Вы все огромные молодцы, вы все очень хорошо потрудились, но так как у нас с вами планерочка Кононовых заключается в розыгрыше, заключается в новостях, в конкурсах, да, мы, конечно же, с вами пойдем дальше. И поздравили мы только новые звания, только новые открытые звания от уровня топ-лидера выше. Коля, ты их можешь... Ой, Коля, извини, Костя, ты их можешь скачать на Ютубе. Сейчас. Так, шаблоны сообщений. Вот отсюда. Скачивай, выгружай на свой YouTube, только переименовывай название. Итак, ну, конечно же, дорогая команда, я, если честно, когда увидела прирост, да, то я прослезилась, я была очень рада. Для меня это было невероятно круто, да, то есть мы вам помогли подрасти, и, конечно же, вы нам тоже помогли подрасти, и это наш с вами общий результат. 10 600 баллов прироста летом. Это круто, не все команды вообще могут такое сделать, то, что сделали с вами мы.
Вот, конечно же, браво, всем бурные аплодисменты, потому что в этом успехе есть частичка каждого из вас, и вы должны это понимать, что у нас с вами командная работа, когда мы все один и все за одного. Конечно же, сразу же, пока у нас с вами максимальное количество участников, в конце у нас будет розыгрыш по генератору чисел, и я буду вас, дорогие коллеги, просить выслать мне в личку в скайпе свое фото. Тот, кто победил, после вебинара сразу же высылайте мне свое фото. Да, сразу же мы с вами поедем поздравляться по чатам. Да, то, что вы выиграли в розыгрыше. Итак, значит, скоро будет новый сайт. Нам его задерживают немножко. Мы вчера чуть-чуть поругались, попросили нам выдать лендинги. Лендинги сказали, будут готовы. И самые интересные новости – это то, что каждый может загрузить в свой лендинг свое фото. Поэтому имейте в виду, что еще будет круче сайт. Вот. Далее, значит, все ли знают, что я веду обучение, все ли знают, поставьте плюсики, минусики, что через день, не по полчаса, теперь уже по часу, да, то есть я провожу курс вебинаров, раскладываем работу по полочкам. Скажите, пожалуйста, моя дорогая команда, все ли вам понятно? Может быть, подробнее, но медленнее идти? Все ли вас устраивает? Все ли хорошо? Мне это сейчас очень важно узнать, потому что я подстраиваюсь именно под вас, под ваши знания и под ваши вопросы в скайпе. Те вопросы, которые вы задаете в личку, они у нас с вами и идут. 30 минут нереально. Оль, как вот прям обучаемся, да? Понятно. Понятно, интересно, да, то есть вот именно так, именно таким образом, да, кто смотрел хотя бы первые две части, это запись всех частей, да, именно таким образом я начинала работать в компании Faberlic. Именно таким образом я сразу развивала бренд, да, сам, с первых дней, да, потому что я знала, что я не попробовать пришла, я шла. Ну, как сказать, я шла пробовать, да, я шла пробовать, но я понимала, что пробовать нужно сразу качественно, чтобы был результат, да, вот. И даже заказы, да, поехали идти дальше. Хорошо, Костенька, поехали идти дальше. Итак, значит, все ли знают про поездку в Москву? Плюс-минус. Если все знают, пролистываем. Давайте, плюс-минус. Так, Светочка не знает. Хорошо, начнем. Значит, у нас с вами важные новости. Это уже третий раз я эти новости объявляю. Вот, что хочется сказать. На международную ассамблею Faberlic попадают не все. И проект Faberlic Online делает нашу собственную внутреннюю мини-ассамблею. Собираемся мы 29 сентября в Москве в ресторане «Измайловское шоссе, 71, отель «Дельта», третий этаж. Да? Будет отличный фотограф, видеограф, классный ведущий, будут транспаранты. Мы вам подарим, кое-что подарим для фотосессии, не скажу, что. Вот, и, конечно же, будет фотосессия крутая, да, и после мероприятия мы вас всех приглашаем на прогулку по ночной Москве и ее достопримечательностям, по ночной красавице Москве, потому что ночная Москва очень красивая, на лимузинах. На лимузинах приглашаем, то есть это все в подарок от проекта будет, да. Ведущий будет очень профессиональный, это спикер нашего проекта Илья Петров, да, я недавно на своей страничке выкладывала с ним фотографии, как раз мы покушали тортик, и как раз мы с вами, как раз мы обсуждали, что будет, да, я, Коля и Илья обсуждали, что же будет. Да, это наш с вами зал, да, наш с вами зал. И, конечно же, стоимость посещения 3300 с человека, но это плата только за еду. Остальные расходы берет на себя проект. Не директора, а именно основатели проекта. Это Николай Андрейко, Татьяна Сафронова и мы с Антоном.
Да, то есть только остальное все мы платим, вы только вплоть до спиртного мы оплачиваем, вы платите только за еду, остальное все с нас. Поэтому единственное, что если вы едете издалека, то хочется сказать, что те, кто вот не хотят снимать номер в гостинице, наши номера в вашем распоряжении. Можете туда покидать сумочки, потусить на мероприятии, покататься на лимузинах и спокойно ехать обратно. Да? То есть тот, кто не хочет снимать для себя номер в гостинице, тот, кто хочет снимать для себя номер в гостинице, конечно же, молодцы. Вот, будем с вами еще на следующий день тусить, разговаривать. Может быть, у кого-то есть какие-то личные вопросы. Конечно же, соберемся, да. То есть, потому что мой новичок говорит: Аня, я бы приехала, но вот ты знаешь, я вот не хотела бы тратить там 2500 за номер. Я говорю: да не вопрос. Если она приезжает в 11 утра на поезде, да, она сходила к парикмахерскую, она уже к началу готова, она зашла ко мне в номер, мы возьмем с собой отпариватель, вы можете там погладиться, вот. Вы можете там у нас в номере погладиться, можете у нас в номере помыться, все, что захотите, делайте. Мы просто номер освободим, мы уйдем к Коле с Сашей, пожалуйста, будьте там. И знаете, что наш номер в вашем распоряжении, пожалуйста, да, то есть вы даже можете туда парикмахера вызвать, если вам захочется. Парикмахера я еще не искала, да, но я буду вызывать на дом, поэтому да. Но всякое бывает, иногда в поездах очень грязно, очень пыльно, и немножко ополоснуться не помешало бы, да, не помешало бы, поэтому не переживайте ничего и не бессовестно, да, вот. Ну, как вы понимаете, 30 человек не войдет. Я просто рассказываю, что да, наверное, Беларусь присоединится. Белоруссии будет много. Будет Татьяна Русакова, серебряный директор. Будет Ольга Тарасевич, директор. И вот так будет сестра у Танюши Русаковой. Ну, много-много кто будет с Беларуси. Тая и Арсений Григорий, вы тоже будут с Беларуси со своей командой. Едет много человек. Вот, да. Да, вот, поэтому да, то есть участниками могут стать все лидеры от 0%, все, кто перевел денежку, все, кто хочет перевести денежку на мероприятие, мы, конечно же, вам отписываетесь в личку в скайпе, да, обязательно в личку в скайпе отписываемся, и Николай Андрейко, Ане или Антону Кононову, или Татьяне Сафроновой отписываемся, да, то есть сейчас это не общая проектная планерка, да, то есть на планерке практически все в структуре Кононовых, поэтому пишите мне свой рек-номер, я буду проверять через сообщество, в моей ли вы структуре, или я вас перенаправлю на ваших основателей проекта, или я вас заберу в свою, да, то есть в свою... Таня Русакова вроде бы собиралась, Вика, вроде бы собиралась. Ты знаешь, Костя, в Нижнем Новгороде очень мало у меня оставляло сумок, всего лишь человек шесть. Всего лишь человек 6 у меня оставляло, и, вы знаете, охватило бы на 50, наверное, потому что мы брали номер специально побольше, чтобы всем было удобно, все поместились. Вот, в этот раз мы, конечно, люксовый номер прощелкали, и у нас будет простой номер, маленький, но все равно хорошо. Вот. Также вы знаете, вы все знаете, что если вы из команды какого-либо директора и вы не помещаетесь ко мне в номер, вы можете попроситься в номер к своему директору. От того, что там постоит сумка и вам там сделают прическу, и вы там умоетесь, накраситесь, ничего предрассудительного не будет. А если Таня Русакова передумала ехать, то номер забронирован, за номер ей, конечно, все равно придется платить, потому что бронь безвозвратная. Итак, потому что мы это уже предупреждали, она говорила, что да, она едет точно 100%, и мы на нее забронировали уже со скидкой 10%, да, то есть Николай уже бронировал. Вот, значит, у нас для вас, конечно же, внимательно, после того, как вы перевели денежки, вам надо очень внимательно заполнить и ответить на все вопросы в табличке, куда вас впишут. Доступ на табличку вам будут давать только после того, как вы переведете денежки за стол.
Да, пусть Таня, конечно же, ищет замену, потому что номер забронирован, и мы ее предупреждали, что дешевая бронь, она безвозвратная. Вот, значит, у нас для вас кое-что готовится, для всех участников. И, конечно, важно внимательно заполнить табличку, ответить на все вопросы в табличке, куда вас впишут. Да? Вы даете свою Google почту, мы вам даем доступ, и вы эту табличку заполняете. Денежки и заполнение в Google табличке делается до 1 сентября. Не заполнили, прошу потом не обижаться. Если у вас вопросы? Минусуем. Все. Поехали с вами дальше. Так, кстати, вот этот квалификационный бонус, я немножко расстроилась, куда он уехал, да? Как вы видите, директор у нас с вами идет, так, сейчас мышку сделаю, директор у нас с вами идет 55 тысяч рублей, да? И вот много у нас очень серебряных директоров и два золотых директора на проекте. Вот они скоро получат премию 110 тысяч рублей. И именно с золотого директора у нас с вами начинаются поездки за счет компании в разные страны мира, экзотические, да? Был Китай, потом, значит, была Шри-Ланка, сейчас будет Доминикана. Поэтому будьте внимательны, успевайте открыть золотого директора к поездке 2018. Я уверена, вам понравится тусить в золотом составе компании Фаберлик. Не проекта, а самой компании Фаберлик, я думаю, вам понравится. Светочка будет. Я знаю, что ты на отдыхе. Очень хорошо, что зашла. Да, то есть вот таким вот образом. Итак, дорогие коллеги, о чем мне с вами хотелось бы поговорить сейчас? Мы с вами сейчас разыграемся. Во-первых, у нас с вами вот первая ссылочка по розыгрышу. Это сейчас минутку перезагружу ее. Может быть, она уже автосессии истекла. Так, значит, первый конкурс у нас с вами распечатки. Скажите, пожалуйста, все ли понимают маркетинг-план? Потому что я с вами сегодня хотела после розыгрыша развить такую тему, потому что в личку мне задавали люди вопросы, почему на 9% а кто-то получает 200 рублей, а кто-то получает 3000 рублей. Будем с вами это разбирать? Напишите мне непонятно, да или нет. Будем ли мы с вами это разбирать? Будем, да? Все зависит от глубины и ширины команды. Я бы хотела разобраться. Так, хорошо. Значит, те, кому понятно, после розыгрыша могут выходить, а те, кому непонятно, мы с вами посидим и посчитаем. Пока вам будет непонятно, я с вами все буду сидеть. Так, отлично. Ну, значит, тема нашей сегодня с вами планерки выбрана правильно. И, конечно же, я вам предлагаю выбрать следующую тему, следующей планерки, что вас именно интересует. Я создам табличку, в которой вы напишите свои вопросы, и мы уже с вами будем следующую планерку со следующими розыгрышами проводить более понятно для вас. Вот. Давайте же с вами сейчас разыграемся. Выплаты лидеров от 3%. Как вы видите, 127 человек всего лишь выгрузили фотографии на розыгрыш. Да, розыгрыш у нас что же дарится? Между 5 участниками будет разыграно 5000 рублей. Также хочется сказать, что, дорогая Беларусь, я не смогу вам выслать 1000 рублей, я смогу вам только выслать на ваш смс-реком, онлайн-сим, еще что-то, эти денежки. К сожалению, Беларусь нам деньги может переводить, мы Белоруссии переводить не можем. Никоим образом Беларусь не пропускает. Да? Также в Беларуси нельзя продавать по каталогу, предлагать каталог, да, и так далее, и так далее. В Беларусь, в принципе, там есть какие-либо законы, которые
у нас в стране нету, и у нас в стране без проблем, да? Итак, давайте же будем смотреть с вами. Так, минутку. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Я тогда еще послушаю, да? Ну, в общем, смотрим, да? Сейчас мы с вами разыграемся, а потом будем уже дальше смотреть. Да, посчитаемся с вами, потому что на самом деле, вот листая сейчас выплаты лидеров, у нас есть разница. Так, что-то у меня не запускается эта штучка. Так, следующий у нас идет под номером 27. Так, 25, 26, 27. Оу. Так, это самарская Оксаночка. Самарская Оксана, и номер вот я не могу рассмотреть. По-моему, Оксана на вебинаре, если я не ошибаюсь, то 706. Боюсь не туда отправить приз, поэтому, Оксана, отпишись мне свой номер. 400. Так, 3 двойки, 0,6. Ну, девочки, тренируйте. Тренируйте меня, да? Так, Оксаночку поздравляем. Катюшу поздравляем. И идем с вами дальше. 29. 29 у нас с вами Валянская Светлана Юрьевна. Так, Валянская Светлана. Валянская Светлана, номер 708-01-00-32. Так, Оксаночку поставлю под знаком вопроса, боюсь сделать ошибку в рекномере. Значит, Светочку поздравляем, молодец, умница. И следующее у нас с вами 67. Так, листаем до 67. Так, это Лапина Ольга Борисова. Борисовна, Олечку точно знаю. Олечка, поздравляю. Так. Это очень активная девушка у нас на проекте. С Олечкой мы работаем лично, я ее веду. Вот, это моя личная группа выиграла. Олечку точно знаю. Так, 705. 705-425-271. Так, ждем Олину фотографию. И, конечно же, 116. Так. Как вы видите, распечаточек мало. Хотелось бы побольше, дорогие директора, донесите до своих участников, что они все до единого, кто находится в структуре Кононовых, участвуют. Так, 116. Та-да-дам! Усманова Нина Григорьевна. Так, это у нас 116. Вот наши с вами счастливые числа. Усманова Нина. Итак, Катюша Макарова, Оксаночка Самарская, Светлана, так, Воменская, что-то я неправильно, наверное, фамилию написала, Олечка Лапина, Нина Усманова, поздравляю вас, дорогие счастливчики, вы сегодня огромные молодцы, и перейдем с вами, конечно же, всем ура-ура, и перейдем с вами именно к изюминке. У нас с вами сейчас идет изюминка 2, сейчас
ровно сейчас, по изюминке, что мне хочется сказать. Она сейчас закрыта, и все, кто вышлет видео на конкурс после этого розыгрыша, будут автоматически переведены в изюминку 3. Я точно знаю, что лидер у Маши Зелик мне выслала видео, но я его пока не получила в скайпе. Маша Зелик мне отписалась и сказала: «Аня, у меня новичок выслал, но я не нашла этого видео в личке». Скорее всего, или она ошиблась скайпом, девушка, или скайп тормозит, потому что так и она не внесена. Я точно знаю, что девушка хотела участвовать во второй изюминке, вот ее мы точно переведем в третью изюминку. Что же это за изюминка? Все вы знаете, что у нас с вами есть шаблон переписки Кононовых, да, и в шаблоне переписки Кононовых вы можете увидеть условия на изюминку. А в конкурсе изюминка участвуют все участники структуры Кононовых. Если вы делаете заказы или, допустим, получаете призы по стартовой программе, призы по программе Faberlic Club, то есть если вы забираете какие-либо привилегии, которые вам пришли, да, к примеру, вы забрали по программе Faberlic Club маску для лица, все, вы можете снять видео, показать эту маску, что она вам пришла за 0 рублей, все, вы участник изюминки. Да, то есть такое вот, в принципе, легкое видео. Да, то есть вы VIP-консультант и забрали продукт с 70% скидкой. Отлично, вы подходите под конкурс изюминка. Вы VIP, допустим, консультант, и под вас компания зарегистрировала кого-то. Снимаете видео, что под вас зарегистрировала компания человека по VIP-у. Все, вы участник конкурса изюминки. Вот, по купонам, да, то есть вот обычное, вот как вам даже сказать, все, что вы можете, чем вы можете похвастаться, все это выгружаете на YouTube-канал и высылаете Кононовым в личку в Skype. Я смотрю ваше видео. Если вдруг у вас на самом деле есть изюминка, если у вас на самом деле есть изюминка, мне в Skype. Skype, вот он вверху, пожалуйста, смотрите. Вот мой Skype вверху надо мною, да? Несколько видео повышают вероятность выиграть, да? То есть вот такая вот изюминка. Всем ли понятна изюминка? Плюсики, минусики поставьте, не будем тратить наше с вами время, проведем его лучше с пользой, да? То есть и также будет разыграно 5000 рублей между 5 счастливчиками. То есть 5 человек получат по 1000 рублей на свой регистрационный номер. Участвуют абсолютно все. Самое главное, чтобы в вашем видео был какой-то подарок, какая-то изюминка, что-то такое, чтобы вам самим понравилось, да, допустим, вот у нас очень часто, даже вот девушка, как вам даже сказать, сняла видео, в котором прям 3 изюминки было, да, обратите внимание на видео, они простые, я беру все видео, самое главное, чтобы там была изюминка, да, вот прям, чтобы изюминка точно чтобы была. Итак, давайте же с вами разыграем. Сейчас у нас с вами, как вы видите, 24 участника. Сейчас я вам скину ссылочку на участников обязательно. Так, вот ссылочка. Конечно же, наши участники от вас, от всех, будут рады, будут очень рады получить лайки, да, если наши, да, герои получат от вас каждый по 97 лайков, то, конечно же, это ваша им похвала за смелость, да. Поэтому, конечно же, лайкаем это видео, когда его рассылаю по чатам, поддерживаем участников. И сами знаете, как это волнительно снять видео и выложить его в общий доступ, чтобы его все видели. Это очень волнительно, поэтому давайте же поддержим наших смельчаков, самое главное, аплодисментами за то, что они такие молодцы, за то, что они такие умнички, за то, что они такие смелые, классные, да, и могли. Только в YouTube, Алла, только на YouTube. На YouTube, потому что я все в плейлист на YouTube собираю. Да, поэтому давайте поздравим наших самых смелых с вами участников, потому что участники, конечно же, они и задают нам темп, вот это вот здоровое соперничество. Конечно же, участники уже на шаг впереди тех, кто вообще не снимает видео, потому что вы уже видеографы становитесь, да, вы уже осваиваете новую профессию, и это сильно для интернет-бизнеса, это сильно.
Я видео лидерство. Да, то есть, конечно же, это сильно. Давайте поддержим на Ютубе лайками, восклицательными знаками в чате, потому что низкий поклон нашим смельчакам. Итак, давайте же смотреть. 24 участника у нас с вами. Генератор случайных чисел. Я перезагружу его. Да, 5 от 1 до 24. До 24 5 человек сейчас у нас с вами получат 1000 рублей. Да? То есть это 3, 5, 7, 22 и 23. Та-да-дам! Пойдемте смотреть. Так. Участник под номером 3. Маша Деревянко. Не забываем мне фотографии. Машенька, поздравляю тебя. Я точно знаю, что ты у меня еще никогда ничего не выигрывала. Вот. Пятое. Это Татьяна Петрага, Беларусь. Танюша, к сожалению, но и к радости готовит СМС-реком онлайн-сим. Что у тебя, Танечка, есть, то мы тебе и пополним. К сожалению, только так. Вот. Далее. Седьмой человек. Седьмой человек. Это Светлана Павлова. Вот, Света, молодец, что пришла на вебинар. Светлана уже выигрывает неоднократно. Светлана Павлова. Так, 22, 22, 22. Так, Елена Дюкре. Лена, твое первое видео сразу же выиграла. Виделись недавно с Леночкой в Москве. Елена Дюкре. Так, значит, пятый участник под цифрой 23. Это Валентина, откуда тут лидерство-то твое? У тебя там про кроссовки, да? Или это я перепутала плейлисты? А я перепутала видео, что ли? Ага, ну, в общем, ты все равно выиграла. Ты все равно выиграла, потому что ты про кроссовки писала, да? В общем, хорошо. Прошу прощения. Да, потому что я просто, Оля мне, видать, Валентина Щенникова мне посылала видео и свою запись, и посылала видео по изюминке. И так получилось, что я изюминку, скорее всего, добавила в вебинары, а этот вебинар я добавила в изюминку. Да, Валентина всегда призы, которые выигрывает, у меня разыгрывает между своими на своих планерочках. Валентина, прошу прощения, вышли мне в личку правильное видео, и я все поменяю. Я все поменяю. Вот как смешно получилось. Да, это, конечно, с переездом вот этот вот хаос, когда успеваешь и сантехника проконтролировать, и вебинары подготовить, и так далее, и так далее. Валентиночка, второй призер подряд. Поздравляю тебя, дорогая. Кстати, Валентина Щенникова у нас с вами быстрый старт. Валентина у нас с вами уже директор, да, поэтому знайте, что Валентина Щенникова у нас собрала быстрый старт. Ее тоже с этим можно поздравить, потому что быстрые старты у нас на проекте берут единицы, да, то есть вот, Светочка, тебя тоже поздравляю. Ну что ж, дорогие коллеги, вот наши с вами 10 победителей в этот раз. Жду как минимум 10 фотографий. Но еще у нас с вами 5 вопросов. Да? 5 вопросов. 5 вопросов по 500 рублей на номер за правильный ответ. Так, все себе записываю, потому что в прошлый раз перепутала.
перепутала, да, и не те фотографии создала, потом пересоздавала, переделывала, поэтому огромные молодцы. Вот, Оксаночка, поздравляю тебя, дорогая, вижу, ты на вебинаре, значит, вместе с нами за себя радуешься. Отлично, отлично, здорово. Итак, значит, давайте сначала с вами вернемся на презентацию и перелистнем с вами, ничего ли я не забыла. Так, очень прошу фото победителей. Так, все, я точно ничего не забыла. И сейчас у нас с вами будут очень простые вопросы, да, и вы на них будете отвечать. Вот. Итак, во-первых, скажите, пожалуйста, сколько нужно сделать заказ, чтобы получить 20 подарков по VIP привилегиям? Ой, извините, по Фаберлик-клубу. Сколько нужно сделать заказ? Так, Светлана, Светлана первая, чтобы 20 подарков забрать. 100 баллов, молодцы. Так, Светлана Валянская. Светочка, свой рек... Нет, давай ты мне в личку напиши, в скайп обязательно свою фотографию и свой регистрационный номер. Поздравляем Светлану. Молодцы, я думала, на все будут думать. Молодцы, молодцы. Итак, а скажите мне, пожалуйста, сколько директорских веточек у партнера? Юлия Усова, молодец. Молодец, молодец. 24 директорские веточки. А теперь вопрос такой. VIP-стаж какого уровня? Сколько периодов подряд нужно делать по 100 баллов, чтобы вы могли... Маш, не про... Девочки, ну так нечестно. Ну вы меня насмешили. Так, дайте я сейчас отчерчу вас. Ну насмешили. Так, все, больше пока... С какого периода можно забирать, сколько периодов подряд нужно делать 100 баллов, чтобы забирать новинки за 2 недели до начала периода? 9. Ирина Подзолкина, поздравляю. 9 периодов, молодец. Ну, насмешили. Я не могу, прям насмешили же меня. Ой, ну молодцы, конечно. Итак, четвертый у нас с вами вопрос. В следующем каталоге, да? Вот, Ириночка, самая первая ответила. Ждешь, наверное, не дождешься, да? Угу, отлично. Как называется тренинг с уровня VIP-1, после которого подписывают под вас людей компания? Коммуникации. Мария Деревянко. Искусство коммуникаций. Первый контакт по... да. Нет, не VIP-консультант. Молодцы. Да, я думаю, все наши VIP-консультанты, которых очень много в структуре Кононовых с VIP-1, должны знать, что нужно выставить галочку, что я хочу получать контакты от компании, и обязательно пройти тренинг. Да, и кстати, за то, что вы прошли тренинг, вам выдает компания диплом. Поэтому можете и диплом забрать на свою страничку, выгрузить.
которая у вас брендовая, да, или в свою группу. Да, VIP-ом быть круто, и кто-то говорит, боже мой, где я найду столько денег делать 100 баллов, а кто-то говорит, боже мой, это круто, я столько экономлю, да мне в магазине никто бы таких скидок не сделал, да, то есть ровно на две части равнодушных к VIP-у нет. Кто-то говорит, ой, как много, не, я не буду, а кто-то говорит, офигеть, это круто, я буду делать, да, то есть прям равнодушных к VIP-статусу вообще не бывает. Вообще не бывает людей. Итак, да, легко, не все подарки даже забираю. Вот Ириш, правда. Правда, я очень жду следующего периода, чтобы забрать комплект постельного белья. Больше ты мой забыла, как называется, да? Итак, дорогие коллеги, что мне еще у вас хотелось бы спросить? Скажите, пожалуйста. А сколько процентов бриллиантовый директор получает бонус развития с каждого подтвержденного под собою квалификации директора? Ольга Янютина, умница. Ольчика, не первый раз у меня уже выигрываешь. Огромный молодец. Ольга Янютина, да, отлично, отлично, замечательно. Вот, ну что ж, девочки, поздравляем, Светлана Валянская или Волинская, да, прошу прощения, если да, коверкую вашей фамилии, Юлечка Усова, Ирина Подзолкина, Мария Деревянко, Ольга Янютина. Все огромные молодцы, всем аплодисменты, у нас с вами 15 победителей, 15 человек получат денежные призы на свой рек-номер или на смс-реком онлайн-сим, без разницы, да, то есть на ваш смс-сайт, да, то есть там сами уже выберите. Всех поздравляю, перед Валечкой извиняюсь, это я, наверное, так была впечатлена этим вебинаром, что нечаянно его туда засунула. Вот, но все равно как бы, да, и, конечно, знайте, передавайте своим новичкам, если вы смотрите, да, дорогие директора, вам такое вот задание, смотрите обязательно, да, без рек-номера мне очень сложно брать на конкурс, я каким-то образом пропустила, я обычно удаляю все скрины, которые идут без рек-номера, потому что непонятно вообще с нашей ли структуры этот лидер, с нашего ли проекта, я всех лично не знаю, да, поэтому... Да, значит, всем точно смотреть тему лидерства, потому что Валентина вот этим своим вебинаром реально меня прям подняла, и, Валечка, низкий тебе поклон, я прям ожила, вот. Ну что ж, всех поздравляю, и, конечно же, мне хочется сказать, что сейчас все участники вебинара, вас 85 человек, да, сейчас заполняют табличку, которую я при вас и создам, да, Google табличку. А для чего это делается? Это делается для запуска нового конкурса. Вы потом на отдельной планерочке будете решать, будете ли вы в нем участвовать. Самое главное, чтобы каждый участник туда заполнился, да, туда заполнился, написал, что вот, да, то есть свою фамилию и свой регистрационный номер. Так, сейчас я пройду. Можно продолжить. Рабочий стол видно всем? Я вижу, что не видно. Так, еще раз. Рабочий стол запустить. Ну, все, все появилось. Так, итак, значит... Нажму сейчас на свое имя. Так, заведу Google диск. Да, все при вас, чтобы никто не обижался, что их потом не взяли. Это живой режим у нас с вами сейчас идет. А конкурс, я вам честно скажу, сложный, но бомбезный. И победитель этого конкурса получит несколько тысяч рублей в итоге на свой счет. И этот конкурс будет ежекаталожный. Вот, поэтому все участники, я вас прошу завтра собраться на этот конкурс, и мы с вами сейчас выберем время. Значит, я нажимаю «Создать». Все, кто сейчас впишутся в этот конкурс, то директора могут поменять вместо себя на своего новичка. Вот.
Значит, я при вас создаю табличку. Это все будет видно потом в видеозаписи, да, как вы видите. Значит, я ее открываю, переименовываю. Называться этот конкурс будет «Здоровая конкуренция». Так, «Здоровая конкуренция». Значит, тут мы с вами пишем свое имя, фамилию, отчество. Ой, забыла, где объединить ячейки. Формат, вот, объединить ячейки. Да, то есть тут вы пишете свое имя, фамилию, отчество. Так, давайте я их лучше объединю по горизонтали. Не выскакивает. Зависло, да? Ну ладно, давайте. Значит, тут вы пишете свое фамилию, имя, отчество. Я потом исправлю, да? А тут вы пишете свой рек-номер. А тут вы пишете свой рек-номер. Немножечко подвисает, просто чтобы время у вас. Значит, настройки доступа. Я сейчас их открываю. Вы вписываетесь, и я через 10 минут закрываю. Так, значит, включить доступ по ссылке. Я его включаю. И открываю редактирование. Да, редактирование. И готово. Скажите, можете ли вы редактировать. Сейчас я вам вышлю. Интрига. Да, интрига. Я конкурс немножко еще не составила. Вот, потому что у меня сегодня с утра отключали свет. Поэтому я не готова по уважительной причине. Не ругайте меня, пожалуйста. Все ли могут редактировать? Да, сейчас я, наверное, расширенные. Конкурс будет завтра в 14:00, который мы с вами, да, то есть конкурс шикарный, он того стоит, требования будут высокие, но награда будет тоже высокая. Все готовы участвовать в конкурсе, в котором будут высокие требования, но и высокий ежедневный денежный приз. Кто готов? Кто готов, да? То есть хорошо, хорошо, молодцы. Очень рада за вас, очень-очень. Вот, замечательно. Так, значит, помните, что ваши директора всегда с вами рядом. Если ваш наставник с вами мало-плохо контактирует и не в полном объеме отвечает на ваши вопросы, знайте, что ваши директора всегда с вами рядом. Об этом нужно знать, об этом нужно помнить, и не нужно говорить, что вас бросили, потому что жалобы зашкаливают, а директоров своих мы они, да, 11 тысяч баллов, это огромная сумма, и, конечно, спасибо вам за такую дружную командную работу, еще раз всем низкий поклон, потому что это только наши с вами результаты. В окне над моей фотографией вы видите мой скайп, все победители, я еще в скайп не заглядывала, кто не выслал фотографию, прошу выслать мне фотографию. Ага, уже призы посыпались. Все, поздравляем вас всех, уже призы посыпались. Отлично, да, отлично. Всем до завтра, всех люблю, всех целую. Конкурс будет сложный, да, только для участников конкурса, только для людей, которые в списке «Здоровая конкуренция». Фотоскин, ага, все уже, победители сидят, улыбаются, отлично, отлично, денежки уже долетают. Ну все, всем пока, всем до завтра. Спасибо за терпение, 1,5 часа вы сидели, почти 2.